Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас 13 августа. Время 6:45 утра. Приехал на канал порыбачить. Обычно я рыбачу на этом канале недалеко от главной трассы, главной дороги. Но сегодня решил сделать эксперимент и проехал чуть дальше вглубь канала. Километров 6 от главной трассы. Хочу проверить это место. Здесь так все заросло. Надо будет немного почистить камыши. Заброшу спиннинги. Посмотрим, что получится. И заодно проверим это местечко. Если будет нормально клевать, то в будущем буду сюда возвращаться обязательно. Всем приятного просмотра. Ловить я сегодня буду на нажимых. Также я буду использовать опять бойлы, кукурузные тонущие бойлы. И также у меня есть вот такая китайская прикормка, приобрел в магазине в виде бойлов. Их тоже буду насаживать на крючки. Посмотрим, что получится. Вот собрал я такую снасть, скользящий груз, макуха, жмых. На жмых насадил два крючка, один с этого боку, другой с этого сбоку. И дополнительно, вот у меня здесь такая плетенка, крючок, и на него я насадил бойл кукурузного аромата. Сейчас забросим. Посмотрим на результат. Друзья, у нас поклевка. Только забросил, прошло минут 10. И вот это правое клюет. Пойдем проверим, что там сидит. Водит, водит, водит. Есть. Есть. Супер! Друзья, супер! Взял такой сазан. Отличный сазан. Он взял на бойл, друзья. Супер! Вот такой вот сазан. Кто-то из рыбаков мне говорил, что на этом канале на бойлы рыба не клюет. Но, как видите, у меня получилось поймать на бойл. Отлично. Будем ждать следующих поклевок. Место это мне очень понравилось. Здесь очень тихо, очень спокойно, просто супер. Единственный здесь какой минус, здесь передо мной метр два камыша, и под сакой рыбу мне никак не достать, придется как-то вытаскивать без подсаки ее. Опять клюет, друзья, опять клюет. Только перезабросил. Вот, вот, смотрите, как она тянет. Вот, вот, вот. Резко дернула.
А теперь просто тянет. Пойду проверю, что там. Друзья, опять набоил. Опять рыба клюнула набоил. Вот такой сазан, чуть меньше, но тоже неплохих размеров. Опять набоил. Бойл сегодня творит чудеса. Но этот сазан будет где-то на грамм 600-700. Я его отпущу, пожалуй. Пожалуй, отпущу. Всего забросил я 4 спиннинга. Ждем поклевки. Ужасная, невыносимая жара, друзья. Этот зонтик просто меня спасает. Если кто-то решит приехать на Шерван-канал, рыбачит в это время года, никому не советую приезжать сюда без такого зонтика. Потому что можно просто получить солнечный удар. У нас поклевка на тот крайний спинник. Пойдем проверим. Небольшой карась. Что интересно, этот маленький карась клюнул тоже на такой большой бойл. Друзья, у нас поклевка на креветку. Только насадил креветку, прошло минут 10 и поклевка. Сейчас проверю. На креветку клюнул неплохой сазан. Супер. Всего один крючок у меня здесь был и креветка. Взяли сезона. А что он взял? А что он взял? Он взял не на бойл, друзья. Он взял на китайскую прикормку.
небольшой сазанчик. Его я тоже отпущу. Пусть растет. Друзья, стало невыносимо жарко. И с наступлением жары клев, можно сказать, что приостановился. Даже при наличии зонтика здесь невозможно больше находиться. На этом я завершаю сегодняшнюю рыбалку. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока.